considered an ancient symbol of your race since the beginning of time. Well, what are they going to do about it, Whitey? Just sit there. Как жизнь, ребята, с вами Бенни. Вот вам одно из правил жизни. Если вы собираетесь называть всех, кто с вами не согласен, нацистами в политических целях, то тогда, наверное, вам самим не стоит встречаться, чтить и аплодировать нацистам. Сегодня с нами в палате настоящий нацист. Его зовут Ярослав Хунка. Солдат Ваффен-СС, который присягнул на верность Гитлеру, воевал против наших союзников в Советском Союзе и был причастен к Холокосту. О, боже. Этот человек преступник. Это не очень нас красит. Не очень нас красит. И да, возможно, на этот ролик была наложена звуковая дорожка, но это все не особо отличалось от оригинала. Речь Зеленского вызвала десятки оваций стоя. Аплодировали также этому человеку, 98-летнему украинскому канадцу, который сражался за независимость Украины против русских во время Второй мировой войны. Эй, дегенераты! Эй, ты, парень, в военной форме. Если во Вторую мировую войну он сражался против русских, то на чьей стороне он был? Ведь наша страна была союзником русских. Вы тупые, абсолютно. Помутнение разума у вас, наверное, просто разум помутило. Наверное, глазурь с канадских блинчиков вызвала тромбы в ваших артериях, и кровь просто не дошла до мозга. Потому что любой, даже с IQ уровня комнатной температуры, знал, кто были союзниками Канады. В особенности этот парень в военной форме. Ты же носишь военную форму. Итак, Зеленский аплодировал реальному нацисту. Канада аплодировала реальному нацисту. Ярослав Хунка — нацист. Но есть силы, не заинтересованные в том, чтобы вы об этом узнали. Что, дамы и господа, весьма интересно. Википедия пошла на страничку Ярослава Хунки Википедии и выставила большой красный баннер, так называемый баннер смерти. Они не хотят, чтобы вы узнали про этого человека. О-о, в соответствии с политикой Википедии рассматривается возможность удаления этой статьи. И почему же они хотят стереть этого человека из истории? Ну, может быть. Потому что это бьет по репутации Волан-де-Морта Зеленского? А этого делать нельзя. Это бьет по репутации Джастина Трюдо, апологета Мирового экономического форума и режима. А может, потому что это привело к отставке либерального спикера палаты. Довольно серьезные последствия. А может, потому что люди говорят, что Трюдо встречался с нацистом? И, конечно же, на Википедии подробно рассказывается, солдатом какого подразделения являлся Ярослав Хунка. 14-й пехотной дивизии СС. Эта дивизия, она была союзником Германии, нацистской Германии, СС. И у нее были желто-голубые цвета Украины. Вторая мировая война. Окей, и чем же эти парни занимались? Что ж, они совершали военные преступления. Они отправили в концентрационные лагеря огромное количество евреев, а подразделение, в котором служил Хунка, вело жесткую антипартизанскую деятельность в Беларуси и Польше, а также участвовало в подавлении варшавского сопротивления. Во время зимы-весны 44-го оно уничтожило несколько польских групп на Западной Украине. В частности, оно было обвинено в убийстве мирных поляков при проведении антипартизанской деятельности. Убило 1000 людей, уничтожив их поселок. Заперло их в домах и сожгло заживо. В своем обращении к ним Генрих Гиммлер сказал: «Я понимал, что, приказав вам уничтожить поляков, я разрешаю вам сделать то, что вы и сами очень хотели сделать». Эй, ну что тут скажешь? Похоже, он парень хоть куда. Как минимум, он достоин того, чтобы встать и поаплодировать. Зеленский вместе с канадскими парламентариями аплодировал 98-летнему ветерану-нацисту. И, конечно, когда появляются такие заголовки, канадский спикер палаты приносит извинения за чествование нациста. И, естественно, со стороны ADL полнейшее молчание. Так что информация о Ярославе Хунке становится очень и очень неудобной. Но у нас есть для вас и хорошие новости. Хорошие новости заключаются в том, что страничка Ярослава Хунки в Википедии находится в целостности и сохранности. И это... Все эти интернет-перипетии, слухи о том, что они хотят удалить эту страничку, чтобы никакой информации найти было нельзя. И да, так все и было, но мы сохранили страничку. И они теперь уже удалили этот баннер смерти. По-видимому, они хотели убрать этот раздел, где, по сути, говорилось о том, что он являлся союзником нацистской Германии. Парень, которому аплодировал Джастин Трюдо, из-за которого теперь все уходят в отставку. А теперь от Польши поступил запрос на экстрадицию в связи с военными преступлениями. Круто. Круто. Но, дамы и господа, здесь обязан быть также запрос на экстрадицию за военные преступления Грега Гатфилда с Fox News, так как он абсолютно бесчеловечно раскритиковал Джастина Трюдо, и по делам ему. Но тут может быть только один ответ – вторжение, отправка войск в Атаву. И знаете, люди нас встретят как освободителей. Джастин Трюдо – кусок непотребства. И он даже не краснеет, ведь он выкрашен в черный. И для меня это лично, и я объясню, почему. Этот канадский парламентарий говорил, что просто сигналить во время протестов, что Хонг-Хонг тягача – это как Хайль Гитлер, который относился к невакцинированным дальнобойщикам хуже, чем к нацистам. А тут он просто ошибся, не верю, помните? Когда за этим же столом я процитировал из мемуаров про Холокост «Человек в поисках смысла». И я сказал, что человеку приходится выживать, и имел в виду не то, что это хорошо, а то, что такова ужасающая реальность, то меня назвали сторонником нацизма. И мне интересно, где теперь все эти люди? Где они все, когда вот он, настоящий нацист? Где этот попрекающий меня мудак из Белого дома? Помните его? Где все эти потные блогеры-неудачники, нюхающие свой пердеж и пьющие вместе со своими 5 котами клана Зепам? Чего они сейчас ничего не скажут? Когда вот он, живой нацист. Потому что это всегда было не про нацизм, а про собирание скальпов своих политических оппонентов. Как и поступали настоящие нацисты.